Каждый день мы делимся большим количеством информации. И эта информация формирует нашу реальность. Какую реальность мы сформировали? Разве это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны изменения. Изменения начинаются с нас, с информацией, которой мы делимся. Потребительское общество ведет нас к смерти. Нам нужен новый вектор жизни, созидательное общество. Для спасения жизни каждого из нас. Это в наших силах создать новый мир. Построить созидательное общество. Жизнь человека – главная ценность. Развитие человечества – главная цель. Безопасность человека – главный приоритет. Можно ли построить созидательное общество уже сейчас? Да, все, что нужно сделать – объединиться в одной общей цели. Созидательное общество. Люди уже действуют. Нужно оповестить людей по всей планете о созидательном обществе, чтобы реализовать эту цель. Ты тот, кто может это сделать. Узнай, как на международной онлайн-конференции «Созидательное общество. Вместе мы можем». 20 декабря, 15:00 по Гринвичу. В прямом эфире на АЛЛАТРА ТВ и АЛЛАТРА.UNITES.COM. Ты тот, кто может изменить будущее.